Серьезно задуматься над вопросом идеального киевского стиля нам пришлось еще летом, во время съемок новой рекламной кампании. В ее рамках мы анализировали стили разных городов – Нью-Йорка, Лондона, Милана, Парижа и Киева. Оказалось, что стиль нашего родного города зарубежные профессионалы видят на стыке винтажа и роскоши. Я понятия не имел о том, как выглядят женщины в Киеве. У меня, конечно, был сложившийся образ восточноевропейской девушки. Скажу честно, его не всегда лестно оценивают на Западе. Он, мягко сказать, трэшевый. На этой съемке мы хотели создать более элегантный образ. Мы использовали винтажные вещи, или же вещи, которые так выглядят. А также что-то дорогое. Вот так я понимаю стиль жителей вашей страны. Вы любите носить мех и показывать, что у вас есть в гардеробе. Но если сочетать это с вещами из новых коллекций, то лук становится вульгарным. Если же вы выберете вещь с историей, это вытянет образ. Например, мы использовали кожаную куртку поверх платья из золотого ламе. Оно выглядит как будто состарено. В результате у нас получился совершенно новый и свежий образ. Для того, чтобы в нашей столице сформировался свой собственный стиль, понадобится немало времени. Но даже сегодня мы наблюдаем огромный прогресс. На улицах нашего родного города все чаще можно увидеть стильно одетых людей и красивую молодежь. В столичных концепт-сторах большая доля продаж приходится на одежду от концептуальных дизайнеров. А это значит, что нашим модницам надоело носить просто известные бренды. В следующем году в городе откроется магазин известной британской сети Topshop. Так что и у нас появится возможность покупать очень качественную и крутую одежду по очень демократичным ценам. Специально для Topshop собственные коллекции одежды разрабатывают Кристофер Кейн и Кейт Мосс. Так что смеем предположить, что чем больше в Киеве будет открываться магазинов с доступной одеждой, таких как H&M и Topshop, тем больше у киевлян появится возможностей выглядеть хорошо. В городе будет открываться все больше галерей и музеев. На светские мероприятия будут приглашать все больше зарубежных звезд. И все это неминуемо будет менять стиль Киева и его жителей. Корпоративная культура станет неотъемлемой частью нашей жизни. А значит, соблюдение дресс-кода станет привычкой каждого человека. Утилитарность, легкость и немного шика – таким мы видим идеальный киевский стиль. И создавать его нам с вами.